Из всех слов не могу выбрать нужное. Разум царицы отравлен Римом, а мы все ей поверили. Египет ждет погибель. А Рим в руках ордена. Наш враг крепнет. Хватит, хватит. Я был неправ. Это моя вина. После смерти сына я мстил в гневе и ярости, но лишь сделал их сильнее. Мы все разные, но мы сражались вместе, чтобы вернуть трон Клеопатре. Я совершил ошибку, друзья, но это она свела нас с вами. Теперь наши враги скрыты в тени корон. Они прикрываются царями и царицами. А кто скрывается в тени, чтобы помогать людям? Мы. Здесь начнется наш новый путь. Все было не зря. Мы должны продолжать бой, должны защитить свободу воли. И пусть нас мало, наше братство дает надежду. Нашей стране не нужны цари. Ведь наша вера, наше кредо, наш долг объединят нас. Клянусь, что для всех сыновей Египта я стану отцом, которым не стал для Хему. За братство! За братство! Ты был прав. Я поверила лже-богине. Остается один вопрос. Септимий. Он взял посох Александра. Зачем? Угу. Их интересовала гробница Александра. Ответ там. Я убью Клеопатру за ее поступки.